Решение суда по проспецконфискацию Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства вступило в силу. В пятницу апелляционный суд Одесской области отказал представителям нефтеперерабатывающего завода и предприятию «Энергия и газ Украины» в открытии производства. Их имущество также переходит в собственность государства. Напомню, что по результатам следствия все оборудование НПЗ сочли орудием преступления группы бизнесмена Сергея Курченко. Якобы были проведены незаконные махинации с более чем 800 тысячами тонн нефтепродуктов. В результате бюджет Украины потерял больше 2 миллиардов гривен. Так, судовым решением постановлено, что распорядником будет держава в особі Кабинета министров. Уже в подальшем будет установлен механизм и способ распоряжения майном. Это разные возможности, або управление державным предприятием и пополнение бюджета, або проведение процедуры приватизации. По решению суда государство получает нежилые производственные помещения с административными зданиями площадью 38 тысяч квадратных метров и землю общей площадью 77 гектаров. Ориентировочная стоимость комплекса около 200 миллионов долларов или чуть более 5 миллиардов гривен.